нужны для учебы крутые девайсы. В Титан приходи, покупай, наслаждайся. Выбор отличный, цена по карману. Труд облегчить под силу Титану. Сеть комиссионных магазинов Титан. Время сбитых пешеходов наступило в Кирове. Одного из них сбил таксист на улице Тимирязева, ведь заметить пешехода было весьма трудно. Во-первых, он был одет во все черное. Во-вторых, пьяный путник переходил дорогу на красный сигнал светофора. На месте происшествия побывал наш корреспондент Павел Москвин. «37-летний пешеход Алексей так и не встал с асфальта до приезда врачей скорой помощи. Появились подозрения на серьезную травму». «Давление 110, сознание. Травма там находится. Лежал так». Впрочем, в присутствии врачей пешеход захотел подняться на ноги самостоятельно. Но его предупредили – не надо. Пострадавшего переместили на носилки, а затем на скорой доставили в травмбольницу. Водитель «Ларгуса» Игорь поначалу так расстроился из-за происшествия, что чуть не сломал камеру. «Вы кто?» «Я стрелинец, место прощайте». «Все, я не хочу двигать». «Ну, что ты себе позволяешь? Мне не то настроение». Таксист Игорь позже успокоился и рассказал, что пешеход внезапно вышел на дорогу по улице Тимирязева. «Ехал на зеленую, вышел. Я ехал на зеленую, у меня полно свидетелей». «Свидетели у вас есть, да?» «А? Свидетели у вас есть, да?» «Три человека». «Да. Не заметили водителя?» «Что?» «Не заметили пешехода?» «Я одного пропустил, второй еще выворачивает, вот, не заметил». Очевидец Станислав также рассказал, что пешеход переходил дорогу не по правилам. «Я слышал, как гудок был. Я проходил на зеленый свет. В последние секунды я вот был на той стороне уже. Загорелся красный. Иду вот где-то вот. Сейчас вот там у забора. Слышу хлопок. Смотрю, водитель пешехода сбили». Как потом выяснили медики, пешеход был пьян. От удара он получил лишь ушиб головы. Мужчине оказали помощь и отпустили домой. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.